Всем привет! Давайте рассмотрим вот такую программу для скульптинга, называется Nomad Sculpting. Она предназначена именно для телефонов, но также можно использовать BlueStark, установить и вот работать с этим файлом уже именно на компьютере. Давайте полазим, просто лепить я тут не буду. Хочется просто посмотреть, что это за программа. Как она работает, что в ней присутствует. Итак, сбоку находятся кисточки, значит здесь маска. Вот она маскирует, как снимается, черт ее знает. Так, это вот мы можем его вертеть, крутить с помощью вот этой штукенции. Так, это Paint, раскрашивать, Brush, рисовать. Так, работает она как ZBrush или нет? Давайте проверим, значит Ctrl. Ага, левая кнопка мыши маску не снимает. Так, правая. Shift не снимает. Получается, она в режиме маска. Так, попробуем ее стереть тогда. Так, это она рисует. Колесико не стирает. Ctrl тоже не стирает, через Alt, вот, через Alt стирает. Shift сглаживает, все нормально, Shift левая кнопка мыши. Так, что тут, Smooth, давайте проверим, что это такое, ага, это сглаживает. Drag, размер кисти, это вот здесь, сбоку, а это интенсивность, вот так вот, поменьше. Ну вот драк, это все дело тут смешивает, перемешивает. Назад возвращаться здесь уже не Ctrl-Z не работает, а вот эта стрелочка в левом нижнем углу. Шаг назад, шаг вперед. Ну, такая штука. Так, понятно с этим делом. Давайте посмотрим теперь, что тут еще есть. Add Warframe. Можно включать, так, это вот установка, значит, камеры. Камера Snap, это на как вот крутить, ну, как работать вот этой, как его называется, мышкой. О, стало на месте, неинтересно. Так, если так, то вот мы ее крутим, вертим, понятно. Плохо не знать английский язык, ну зато вот Smooth, маска, материалы установлены, альфы, это понятно. Так, цвет нашего вот этого примитива можно здесь поменять. Так, это у нас система, значит, цветов. Если синий поставить, а применяется, черт ее знает как, да? Color панель, можно поставить красную, можно любой цвет, это понятно. Дальше что тут есть? Color пресеты, красный, синий, зеленый и так далее. Так, что тут еще может нам помочь? Style, Auto Fix Toolbox. Надо английский изучать. Ну, зато симметрия, материалы, flip bottom, flip middle, flip top. Тоже можно устанавливать. Слайдер, это я не знаю, что такое overlay scale. Так, это значит размер вот этого нашего окна. Мы его можем... Значит, вот эти окошки менять, размер, ширину, фонд, скайл, размер вот этой вот боковой панели, где находятся кисточки. И вот это вот, чего это такое? А, перемотка, сила перемотки, по-моему, вот тут так. О, ну, теперь потише стало. Так, это можно побольше поставить. Ну, так красочно, ничего, так интересно тут. Так, дебагинг, ух ты, графика, графика, DevTools, короче, тут дальше я не в курсе.
Пацаны, я не в курсе, что тут дальше. Так, ну вот это вот понятно. Видимость вот этих вот полигонов или что-то. Total 98.3К, 45 мегабайт. Вот это сейчас все дело весит, наверное, Warframe. Сетку можно включить здесь, посмотреть, какая сеточка. Так, а вот это уже неинтересно. Колесико тоже работает. Тут, наверное, настраивать ее надо тоже. Так, колесико не приближает. Правая кнопка не приближает. Левая не приближает. Alt. Мы двигаем. Shift. Ни хрена мы не делаем. И Ctrl. Вот так вот левая кнопка мыши вводим. Понятно. Так же, как в ZBrush есть тут фронт. Можем его вот так вот покрутить. Ну, ничего так красочно, прикольно. Но тяжеловато идет для ПК. Легче Sculpt GL и Sculptris Alpha 6. Ну, а здесь мне просто интересно посмотреть, как это и что тут находится. Полазить, то бишь, просто это не урок. Это вот у нас симметрия установлена теперь, как в других программах. По XU. Так, это локально, это... мировая. Все это понятно. Flip Object. Симметрия по X, по Y, по Z. По Y все по Advanced. Что это у нас за Advanced? А вот он. Разделение, чтобы полоса стояла. Допустим, вот эту вот полосу можно сейчас отключить, а просто поставить полосу, которая будет видна, как и в других программах, именно по центру примитива. Так, ладно, симметрию можем отключить. Отключится она теперь или нет? Вот в чем вопрос. Так, это локально, это по миру. Left trick and left flip object. Вот. Ну, короче, метод тыка никто не отменял. Так, все, это еще работает. Дальше что тут? Это прошли, симметрию посмотрели. Настройка Point интенсивность. Так, интенсивность можно поменьше поставить. Так, вот теперь вроде она поменьше. Base Color. Понятно. Металл. Так, вот это что? Чего это такое? Вот можно другой добавлять тут материалы. И также их, по-моему, перекрашивать. Ну вот можно создать красный материал, по-моему. Или что это было? Так, интенсивность. Во! Что-то тут тоже заблестело. Металлический цвет более-менее принимает. Так, это интенсивность Paint All. Раскрасить все. Это, наверное, при рисовании. Да, вот кисточка, это при рисовании используется. Так, здесь можно подгружать, значит, альфы. Также регулировать фоллов. Драг, граб, строк тейп. Тоже динамический радиус. Динамическая интенсивность. Угу. Шиздец. Без перевода. Вообще интересная программа. Так, ну это нам не надо пока. Так, здесь. Ну это я вроде уже показал. Тут настройки Warframe. Отключить можно. Great. Опустить, поднять вот эту площадь. Так, давайте ее хоть посмотрим, как она тут. Во. Так, а вот уменьшаться она через Alt вроде как должна же куда-то уходить. Через Alt. Только двигается через Shift. Выравнивается, как и Sculptris Alpha 6, Sculpt GL. Только через правую кнопку. Так, ну здесь вроде рассмотрели. Здесь еще есть уйма всего. Даже гизмо есть. Во. Можем перекручивать, можем вытягивать. Далипота.
Да такая гизма, что всем гизмом гизма. Так, что еще тут? Это Flatten, мой любимый. Ох, нежно работает, кайф. Хорошая штука. Так, это значит у нас какой-то палец. Что-то переносит, ну ладно. Это раскраска, это маска, это мов. Значит, можем двигать. Ну, нежно тут все работает. Так, это тоже вытягивание. Это у нас кисточка для других дел. Это у нас клей. Моя любимая тоже кисточка. Рисует все хорошо. Так, вот это вот неудобно возвращение. И вот, кстати, вперед можно, а после 30 деталей уже никак. Это значит, здесь возможно убирать боковую панель, наверное. Ага. Так, это у нас неизвестно что. Это ставит боковую панель для... Так, это Scale, значит. Вот можем... О, прикольная штука, кстати. Мы можем его так крутить, вертеть. Это значит, Color нам пока не нужен. Ctrl-Z не работает, привычка. Так. Это значит ротация. Перекручиваем, переносим. И симметрия. Можем вот по симметрии даже работать. Ну и просто в мове ходить. Так. Что еще у нас тут есть? Это у нас патч. Так, и что? Enter. Ну, прикольная штука, ну, для каких-то важных других дел, наверное. Так, курва. Даже есть курва, которая что-то тут делает. Ох, ё, классно, ля. Провел курвой, и у тебя уже какой-то блин. Опа-на. Опа. Вот это жесть. Вот это мне нравится, ля. Прибавляешь, уменьшаешь. Ты ее создаешь. Так, понятно. Это классная штука, где это все стирается. Так, это чего тут? Это я посмотрел. Так, это здесь кисточки теперь поменялись. Нужно разбираться, где находится вся эта шняга. Так, это значит delete. А что делит, непонятно, да? Так. На единицу установлено, значит, возврат вот этой штукенции. Так, тройка увеличивает, двойка уменьшает. Все на цифры установлено. Прикольная штукенция. Так, это маткапы. Маткапы, как и скульпты с альфа 6. Так, это значит у нас тут задний фон можно поставить. Так, это яркость фона. Прикольно. Это вот фон в таком духе. Это прозрачность, значит, у нас на главный объект. Ну, ничего, прикольно. Так, что еще тут есть? Так, топология. Понятно. Это значит... вот, топология. Это вот сколько ставить полигонов, чтобы все вот тут не висло. Как и в скульпте с альфа 6 и в скульпт GL. Вот такая штука. Это очень хорошая. Полозок. Так, это у нас лоу, хоу. Что он делает? Тоже при каких-то, наверное, других операциях. Так, это у нас сцены. Опа-на. Значит, здесь мы можем удалять сцены. Прикольная штука, как и в Blender почти. И добавлять любой примитив. Так, добавим бокс. Так, как работает Scale? Что-то я тут...
И главное, действия не уменьшаются вот эти. Вот чем больше вы действий делаете, тем не уходят они назад. Так, что еще тут можно сделать? Full резолюция. Bloom. Tone mapping. Ну, короче, ерунда. Так, это у нас уже мы посмотрели. Гизма, где делись кисточки? Вопрос на заметку, да? Так, это значит камера. О, колесиком можно крутить вот это тополо. И куда-то у меня тут все пропало. Словом, тут если косяка упорол, версия, по-моему, она не полная. 3AO. Так, что тут еще? О, все удаляете, появились опять примитивы, сцену очищаете. Здесь, кстати, есть еще автосохранение. Где-то так топология, нету примитива. Так, где-то тут была. Рендер есть. Материалы. Импорт, экспорт. Экспорт. Опш, CTL. GitHub. О, FBX нету. Экспорт нормалей. Экспорт цвета. Все есть. Экстра пейнт. Ну, прикольная штукинца, короче. Так. Также можно тут поиграть. Вот в этом блюстарке. Маска. Воксели. Окей. И чё, окей. Канцел, окей. Так. Понятно. Ну, а рисует прикольно, нежно. Если бы вот эту программу именно на ПК, и чтобы она не так напрягала внутрянку железа, компьютера, ноутбука, ну, ничего так неплохая. Но в основном это для телефонов. Вот этой программы, если у вас есть телефон или планшет, там, наверное, будет классно все это дело лепить. Ну, вот такой обзорчик. Половина, конечно, непонятно, что к чему. Надо переводить. Так, это чего тут? Ага. Это маска. Ну, в принципе, с кисточками тут все хорошо. Особенно есть вот этот мне понравился причиндал, который... Вот этот LED, который по курве создает вот всякие вот эти вот нужные штуки. Если вы будете что-то делать, можно сюда заскочить, создать быстренько вот такую вот вазу. Так, главное тут переключаться потом. Так, и как это... Крутится, вертится. Так, это можно уменьшать. Опа-на. По симметрии раздваивается. Да, вообще бомба. Переносится. Уменьшается. Да, ядрить, копать. Словом, классная штукенция. И опять же, где эти все сцены? Нужно их все поудалять. Так, что еще? UE Expand List. Не знаю, что это такое. Так, сфера. Вот она, сцена, как и в Blender прописана. Прям, ну, считай, в один в один. Конвертировать можно. Triplane. Активация. Сколько чего тут посмотреть. Как она установлена. Что там можно конвертировать. Кубы. А ну-ка, давайте конвертируем. Во. Вот мы теперь как в ZBrush такая штукенция тоже есть.
бокс. И теперь можно здесь в боксе рисовать, и он будет изменяться. Все, что мы тут нарисуем, допустим, еще так через Ctrl, по-моему, да? Ну, чуть-чуть непонятно тут именно система вот этой работы, потому что она сделана все-таки под телефон и чуть-чуть неудобно. Ну и опять же не знаешь, когда горячая клавиша, вот как она тут уменьшается. Ctrl-D, Ctrl-Z, Shift-Alt. О. Shift-Alt. И все это крутится, крутится, крутится. А теперь бы ее найти. Во. Shift-Alt и колесико. Вот так. Ну вот так полазил, посмотрел. Тяжеловатая штука для ноутбука, для моего. Так что пользоваться им не буду. Ну так посмотреть было интересно. Все, всем пока, до свидания.